Международный портал элитной недвижимости и инвестиций LuxInvest представляет крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. spainluxinvest.com. Звоните прямо сейчас. Подписывайтесь на видеоканал LuxInvest 2010 и ставьте лайки. Добрый день, дорогие зрители нашего видеоканала. И все, кому интересно, что есть из выгодных предложений для инвестиций на рынке Испании. С вами я, Елена Кофейникова, эксперт по недвижимости и инвестициям в Испании и директор компании Spain Lux Invest. Я очень хочу рассказать вам в деталях про один уникальный проект. Актуальная информация об этом проекте уже давно стоит на нашей веб-странице испанской недвижимости spainluxinvest.com, а также на портале международной элитной недвижимости luxinvest.eu, где вы можете увидеть, какие конкретно апартаменты, дуплексы, виллы и пентхаусы остались в продаже. Почему я говорю «остались»? Потому что уже более 75% объектов данного комплекса проданы, что само собой является отличным показателем выгодности инвестиций именно в этот проект. Главные преимущества данного нового жилого комплекса с насыщенной инфраструктурой. Панорамный вид на море, горы и огни курортного города Бенидорм. Рассрочка и взнос всего 25% плюс 10% НДС до окончания строительства. Имеется возможность увеличить до 30-40% рентабельность на вложение от капитализации, то есть от роста цен от стадии котлована до окончания строительства. Возможность перепродажи до сделки в нотариате и исключение потерь на расходы. Минимизация налогооблагаемой базы, консультации и советы бесплатно, только для наших покупателей и инвесторов. Акция для вас. Мы берем в управление с гарантией доходности объекты наших покупателей. Новые квартиры, таунхаусы и дома с видом на море в Синистрате. Это выгодная недвижимость в Испании для сдачи в аренду по оценке экспертов. Форма оплаты для апартаментов и дуплексов. 5000 евро резерв и 25% от стоимости плюс 10% НДС минус резерв 5000 через 2-4 месяца. 75% от стоимости плюс 10% НДС на сделке купли-продажи. Все цены и описание вы найдете в комментариях под видео. Наши постоянные зрители знают, что мы фокусируемся и рекомендуем нашим покупателям только те проекты, которые позволяют не просто сохранить, но и значительно приумножить капитал, либо за счет перепродажи, либо за счет аренды. Все остальные убыточные варианты недвижимости нам просто не интересны. Мы их не предлагаем и не рекомендуем. Это одно из наших главных правил. Это наша стратегия. На нашем YouTube-канале несколько роликов посвящено великолепному комплексу на первой линии моря в городе Вилахайоса в пригороде Бенидорма. Первая линия – это, конечно, победитель. Ссылку на объекты в комплексе на первой линии вы найдете под этим видео. Но дома строятся не только на первой линии, поэтому тем, для кого автомобиль не проблема, тем, кто хочет каждый день созерцать сумасшедшие панорамные виды на очертания Бенидорма, на Средиземное море, на горы, на сосновый лес, тем, кто особенно ценит тишину и спокойствие, мы рекомендуем обратить внимание на новый строящийся комплекс, расположенный в одном из лучших районов города Финистрат, в пригороде Бенидорма и практически, можно сказать, в пешей доступности до коммерческого городка, всего в 15-20 минутах ходьбы. Для всех вас мы подготовили важную новость о комплексе, который заслуживает не меньшего внимания, чем комплекс на первой линии моря в пригороде Бенидорма в городе Вилахайоса, о котором мы уже много рассказывали и скоро покажем, как продвигается стройка, как выгодно вложили деньги наши покупатели и какую высокую прибыль они уже получили. Мы обязательно покажем на конкретных примерах, но сейчас я хочу рассказать о важных достоинствах нового проекта в городе Финистрат и о рентабельности инвестиций в цифрах. Первый показатель – это локация.
Локация данного комплекса идеальна. После первой линии это самая лучшая локация. Во-первых, очень близко находится огромный коммерческий городок. Посмотрите, его видно и отсюда. Это и продуктовые супермаркеты, это и одежда и обувь, это и товары для дома, и автомобильные салоны, и рестораны, и кафе, и боулинг, и кинотеатр, и так далее. Все, что вам может быть нужно. В кинотеатр даже привозят премьеры русских фильмов. В этот коммерческий городок приезжают люди из Дении, Хавии, Марайры и других городов всего побережья Коста-Бланка. И самое главное, что эта коммерческая зона развивается, и с каждым годом ассортимент товаров и услуг увеличивается. Во-вторых, это близость пляжей. Причем не одного или двух, а около 20 разных пляжей, до которых вы можете доехать на автомобиле. Самый ближайший пляж находится всего лишь в 5 минутах на машине. Это знаменитый пляж Локала – живописная благоустроенная бухта с отличным песчаным пляжем, с мелким и приятным светлым песком, с пологим входом в море и естественным образом защищенная от суеты соседних городов. Пляж располагает соответствующей инфраструктурой. Индивидуальные кабинки, урны, детские спортплощадки, душ для ног, выложены деревянные настилы, инвентарь для любителей пляжного волейбола, футбола и многое другое для вашего удобства. С правой стороны бухты возвышается невысокая гора с сосновым лесом, поэтому тут всегда можно встретить загорающих людей на пляже даже в зимние месяцы, поскольку это спокойный и безветренный пляж. Кстати, можно подняться по туристической тропе на гору, где стоит старинная смотровая башня Агила, обладающая огромной исторической ценностью. В самом Бенедорме и его пригородах есть песчаные пляжи, есть галечный, есть нудистский, есть скалистые пляжи с пещерами, идеально подходящие для подводного плавания. Бесконечное разнообразие пляжей. У вас обязательно будет несколько любимых пляжей. Ласковое море, чистые пляжи и чудесный мягкий климат – главное достоинство этого морского курорта, где праздник длится круглый год. Город славится настоящим европейским сервисом, массой ночных мероприятий, насыщенной экскурсионной программой на любой вкус и возраст. Город любим туристами всех возрастов. Пенсионеры ценят его за инфраструктуру, а молодежь привлекает богатая и яркая ночная жизнь. Бенедорм является летней столицей европейской клубной электронной музыки, второй по значимости после Ибицы. С северной стороны Бенедорм защищают горы, благодаря чему здесь всегда теплая солнечная зима. Городские пляжи Леванты и Паниенты ежегодно отмечаются голубым флагом за соответствие высоким стандартам качества воды и песка. Для почитателей тишины есть маленькие уединенные бухты и дикие пляжи, как, например, в районе Ринкон-де-Лоикс в восточной части города рядом с природным парком Сьерра-Эллада. А вечером Бенедорм сказочно преображается и превращается в центр развлечений и прогулок в сопровождении легкого средиземноморского бриза. Пляж Паниенты – это лучший пляж в Европе и самый крупный песчаный пляж в Бенедорме. И заслуживает отдельного внимания. Он находится в западной части Бенедорма, берет свое начало в центре Бенедорма, в порту, и тянется до правой части города, где граничит с горой Тоссаль-де-Кала. Он значительно больше восточного пляжа Леванты, но здесь менее многолюдно. Этот пляж оснащен плавучими платформами для ныряния и хорошо подойдет для спокойного семейного отдыха с детьми. С пляжа Паниенты виден остров Бенедорм, Ла-Исла де Бенедорм, куда можно добраться, чтобы прокатиться вокруг острова и увидеть богатый подводный мир Средиземноморья. Пляж протяженностью 3100 метров и средней шириной 150 метров. Все 3 километра пляжной полосы покрыты мелким и приятным на ощупь светлым песком. Пляж Паниенты не только самый протяженный пляж Бенедорма, но и самый спокойный. В отличие от своего соседа, пляжа Леванты, который является самым тусовочным пляжем в городе, где собирается молодежь для праздного времяпрепровождения. Пляж Паниенте более тихий и уютный.
Он отлично подходит для любителей размеренного пляжного отдыха. Особенно немноголюдной и спокойной является правая западная часть пляжа, та, что ближе к уединенному скалистому холму Кала. Пляж ежедневно убирают, песок равняют. Вход в море пологий, глубина наступает не сразу, дно песчаное. Морская вода чистая и прозрачная. Знаком чистоты и безопасности пляжа выступает награда «Голубой флаг». Пляж имеет необходимую пляжную инфраструктуру. Урны, души для ног, медицинские пункты и спасательные вышки, детские и спортплощадки, оборудованы деревянные настилы. Для людей с ограниченными возможностями выделены места для пляжного футбола и волейбола. На пляже можно размяться, занявшись оздоровительной гимнастикой или попрактиковаться в бросании шаров, попробовав себя в игре питанг. Укрыться от солнца можно в тени немногочисленных пальм, произрастающих на пляже. Вдоль всего пляжа тянется роскошная набережная, украшенная вереницей пальм. Все чисто и аккуратно. Зрительно набережную Паниенте-Бич можно разделить на три части. В восточной части набережной находится зеленый и тенистый парк Эльче. В парке оборудован фонтан и места для отдыха. Имеются детские площадки. Это любимое место местных жителей и гостей города для отдыха и прогулок. В центре пляжа пролегает прогулочный бульвар. Набережная в этой части пляжа выложена цветной плиткой. Есть лавочки для отдыха, имеются выступы в виде балконов, с которых открывается прекрасный вид на пляж и Средиземное море. В самой западной части пляжа расположен небольшой зеленый парк. В парке есть несколько спортивных сооружений. Вдоль набережной тянется просторная велосипедная дорожка. Велосипед можно взять на прокат. Пункты проката расположены здесь же, на набережной. Также есть кафе и великолепные рестораны местной, испанской и общеевропейской кухни, магазины и сувенирные лавки. В-третьих, достаточно близко расположены всемирно известные развлекательные парки Терра Митика, Терра Натура, Акваландия, Агуанатура, Мундамар, Сафари Айтана и другие, а также картинги, национальные натуральные парки типа Сьерра-Элада или водопады Альгара, интересные исторические места, такие как деревушка Гуадалест с удивительным изумрудным озером, которую посещают более 2 миллионов туристов ежегодно. Совокупность отличной инфраструктуры, близости аэропорта и удивительных пляжей, возможности познавательных и развлекательных экскурсий и мероприятий, прекрасного климата, окружающей зелени позволяют позиционировать этот уникальный комплекс в одном из самых лучших районов города Финистрат, как одно из наилучших мест для инвестиций на Средиземноморском побережье Испании, идеально подходящее как для отдыха круглый год, так и для постоянного проживания. Именно по этой причине наши покупатели купили в этом комплексе 11 объектов на общую сумму 6 миллионов 585 тысяч евро. Это просто для вашего сведения, как выбирают этот комплекс из множества других на рынке. А это значит только одно – он нравится очень многим и супер востребован и ликвиден. Мы специализируемся преимущественно на новостройках, то есть на объектах недвижимости, которые позволяют не просто сохранить, но и значительно приумножить капитал. Либо за счет перепродажи, либо за счет аренды. Именно поэтому у нас есть лимит стоимости объектов, с которыми мы работаем. И с нашим участием ваши инвестиции могут начинаться от 100 тысяч евро за квартиры и от 250 тысяч евро за дома. Так как по нашим наблюдениям испанского рынка недвижимости и в данной экономической ситуации, это наиболее ликвидные и выгодные инвестиции, где хорошие доходы мы можем вам гарантировать. Этот комплекс, несомненно, является одним из таких проектов. При инвестициях наших покупателей в новострой на стадии строительства мы контролируем весь процесс. Мы знакомы со всеми застройщиками региона, а также еженедельно осуществляем мониторинг ситуации на рынке недвижимости. Мы контролируем проведение проверок всех документов застройщика со стороны профессионального испанского адвоката. Обязательно нанимайте испанского адвоката, который проконтролирует и проверит всю сделку.
Для вашего же спокойствия. Мы осуществляем консультирование наших покупателей по всем вопросам, связанным со сделкой, и даем полную информацию о процессе строительства и преимуществах инвестирования в новострой, в отличие от других риэлторов, не работающих так плотно с новостройками и поэтому не владеющих данной информацией. Теперь давайте я вам расскажу подробнее про сам комплекс. В структуру закрытого комплекса входят отдельно стоящие 5- и 4-этажные здания с дуплексами, то есть двухэтажными апартаментами, пентхаусами и квартирами, а также смежные виллы и отдельно стоящие виллы. Общая площадь комплекса составляет 50 тысяч квадратных метров или 5 гектар. На стадии проекта при выборе расположения зданий комплекса был очень грамотно оценен участок. Поэтому из всех вилл и практически из каждого дуплекса и апартаментов открываются фантастические виды на море и Бенедорм. Виды на миллион. Как видно, на плане у комплекса есть общая зона с закрытым и открытым бассейнами. Есть декоративная архитектурная композиция с фонтаном. Есть гараж и открытые парковочные места. На территории комплекса будет работать ресторан и предусмотрены тренажерный зал, детская площадка и теннисные корты. То есть это будет самодостаточная закрытая урбанизация с полнейшим и прекрасным набором услуг и сервиса. Все объекты комплекса сдаются с полностью укомплектованными ванными комнатами и частично оборудованной кухней, а также с полной отделкой, и дополнительно предлагаются варианты высококачественных отделочных материалов на выбор покупателя. Практически у всех спальных комнат есть свои индивидуальные ванные комнаты и индивидуальные террасы площадью 30-40 квадратных метров, что отвечает требованиям современного жилья высокого класса. Под полами жилых помещений установлена акустическая противоударная звукоизоляция. Есть тепло- и звукоизоляция между разными апартаментами и между апартаментами и общими зонами. Теплоизоляция присутствует в фасадах и крышах. Для окон используются алюминиевые профили цвета антрацит или похожего с терморазрывом и двойными стеклопакетами с воздушной камерой и светоотражением. Фиксированные части окон высотой ниже 1 метра выполнены из безопасного стекла. Большие окна раздвижной конструкции с функцией затемнения благодаря использованию непрозрачного покрытия. Остальные окна будут установлены с рольставнями. Как вы можете видеть, в нашем видео установлены межкомнатные двери белого цвета с хромированными петлями. Встроенные шкафы сдаются с внутренней обшивкой. Раздвижные двери встроенных шкафов отделаны так же, как и межкомнатные двери. В шкафах полка и штанга. Имеется бронированная входная дверь со стальной конструкцией и рамой, лакированная с внутренней и внешней сторон. Хотим обратить ваше внимание на высококачественную напольную плитку во всех жилых помещениях и нескользящую напольную плитку для внешней отделки на террасах и на соляриях. На кухне, в ваннах и туалетах выложена высококачественная настенная плитка. Подвесной потолок из гипсокартона в общих зонах и во влажных помещениях. Крыши террас частично покрыты растворной штукатуркой и частично сделаны в виде подвесного потолка из гипсокартона для внешней отделки. Вертикальные и горизонтальные поверхности жилых помещений покрыты современной экологичной гладкой белой пластиковой краской. Кухня оборудована навесными и напольными вместительными шкафами, а также бытовой техникой, стеклокерамической плитой, духовкой и вытяжкой. Установлена одинарная кухонная мойка из нержавеющей стали с однорычажным регулируемым хромированным смесителем. В ваннах особенно красиво и достойно смотрится высококачественная белая сантехника из стекловидного фарфора. Экстраплоские душевые поддоны из минерального литья с нескользящей поверхностью и со встроенной шторой. Установлены однорычажные хромированные смесители. Отдельно хочу подчеркнуть, что в этом проекте у покупателей есть возможность воспользоваться очень выгодной беспроцентной рассрочкой платежа. А именно, резерв составляет 5000 евро за апартаменты, дуплексы, пентхаусы и 15000 евро за виллы.
Через 2-4 месяца оплачиваются 25% от стоимости плюс НДС, 10% минус сумма резервации. Основной взнос всего 25% от стоимости плюс 10% НДС. И это за весь период строительства. И на них предоставляется страховка от крупной страховой компании. Ваши деньги будут в сохранности. А остальные 75% плюс 10% НДС и не более 3-4% на расходы на оформление сделки оплачиваются только на подписание купчей эскритуры у нотариуса после сдачи готового объекта. Это чрезвычайно удобная рассрочка платежа. На сегодняшний день это самая выгодная для покупателей рассрочка платежа среди всех застройщиков на побережье Коста-Бланка. При этом на 60% из этих 75% можно получить кредит под 3-3,2% годовых на срок до 20 лет, в зависимости от возраста заемщика, и ему должно быть не более 75 лет на момент окончания выплат по кредиту. Что это дает инвесторам? Покажем на примере. Например, возьмем для расчета апартаменты за 205 тысяч евро. Резерв 5 тысяч евро. Первый платеж 25% с учетом уже оплаченного резерва. Это 51 375 евро, в том числе 10% НДС. Для инвесторов будет важно услышать информацию о капитализации и росте цен в этом комплексе. Мы наблюдаем за ростом капитализации, и наши покупатели это уже оценили и получили хороший доход на росте цен. Вот один из примеров. В марте 2019 года наш покупатель приобрел виллу за 500 тысяч евро. Он внес 15 тысяч евро плюс через 3 месяца еще 110 тысяч евро. Плюс 10% НДС, что в общей сумме составило 136 тысяч евро. А через полгода все виллы первой фазы были проданы, и во второй фазе цену подняли до 590 тысяч евро, что дало прирост капитала на 90 тысяч евро на вложенные 136 тысяч евро за полгода. Мы можем не учитывать этот короткий срок для большей убедительности и взять в расчет один календарный год, то есть 12 месяцев. Даже не слишком финансово грамотному и осведомленному человеку будет понятно, что рентабельность от вложений за один год составила 65%, что невероятно приятно порадовало нашего покупателя. Как и по другим интересным проектам, мы приготовили таблицы рентабельности, в которых точно расписали доходы на вложения и расходы на содержание в случае покупки одного из объектов в данном комплексе. По нашим расчетам, доходы составят около 30-40% рентабельности на вложения от капитализации и около 30% рентабельности от сдачи в аренду. С расчетами рентабельности вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке под видео. Обязательно инвестируйте с теми, кто может просчитать вам рентабельность выбранного вами объекта. Так вы себя максимально обезопасите и сможете реально спланировать будущие прибыли. Итак, цена квартиры с учетом рыночных цен на готовые квартиры, которые мы можем подтвердить примерами на рынке, безусловно поднимется до 270-280 тысяч евро, что позволяет сделать следующие расчеты. При вложении 56 375 евро покупатель получает за год около 60 тысяч евро, а это рентабельность на вложение более 100%. Акция только для покупателей. При покупке недвижимости вы можете получить золотую визу, автомобиль или скидку в подарок. Рекомендуем. Лучшее предложение на рынке испанской недвижимости. Элитный комплекс на первой линии моря с рентабельностью свыше 30%. Самый крупный каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. spainluxinvest.com. Звоните прямо сейчас. Плюс 34 618 68 55 51. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций luxinvest.eu. Заработок за год у наших покупателей, которые приобретали на самом раннем этапе в блоках А, Б и К, составил большее значение. Но они покупали еще по более низким ценам. Их мы уже предлагать не можем и не будем учитывать для будущих инвесторов.
Распишем график и расходы на покупку для точного понимания сроков оплат и сумм вложений для расчета итоговой рентабельности. На нашем примере при покупке апартаментов за 205 тысяч евро. 5 тысяч евро оплачиваются при подписании резервного документа. 25% от стоимости плюс 10% НДС за минусом уже оплаченного резерва оплачиваются в течение 1-2 месяцев после подписания документа резервации. Или можно попросить продление этой оплаты на 3-4 месяца. А остальные 75% оплачиваются на сделке, из которых на 60%, то есть на сумму 123 тысячи евро, может быть оформлен ипотечный кредит в сильном и надежном банке Sabadell Сольбанк под 3-3,2% годовых, плюс 15% от стоимости в размере 30 750 евро и плюс 10% НДС от 75% стоимости, которые составляют сумму в 15 375 евро и плюс расходы на оформление сделки, которые будут составлять не более 3-4% от стоимости, а именно не более 8 200 евро. Итоговая сумма ваших вложений за весь период строительства будет составлять 5000 евро плюс 51 375 евро плюс 35 750 евро плюс 15 375 евро плюс 8200 евро, что в итоге составляет 110 700 евро. При ожидаемой стоимости на завершение строительства за данный объект 280 тысяч евро, капитализация, то есть рост цены, составит 75 тысяч евро. Рентабельность от вложений рассчитывается следующим образом. 75 тысяч евро нужно умножить на 100 и разделить на 110 700 евро, что в результате нам даст 67% рентабельности за весь период инвестирования – 1,5-2 года. Дело именно в этом. Не нужно вкладывать все деньги сейчас. А доход в 6-8 раз больше, чем от любой аренды за год. Так как от аренды средние показатели рентабельности при краткосрочной аренде 15-18% или 12-15 тысяч евро при вложении 80 тысяч евро при покупке квартиры за 150 тысяч евро с ипотекой. Это очень выгодный проект для вложений и заработка на росте от стадии проекта до завершения строительства. Более того, все оплаченные вами суммы до сдачи объекта гарантируются страховкой крупной и стабильной страховой компании, которые в Испании приравниваются к крупнейшим банкам. Для выдачи такой страховки существует обязательный процесс. Ваши деньги поступают на специальный банковский счет – депозит. И застройщик не имеет права использовать их для строительства, пока он не закончит стройку. Обязательно инвестируйте безопасно, то есть с банковскими гарантиями или страховками. Это ваше право по закону. Я готова вам про это детально рассказать. Как инвестировать безопасно? Звоните, и я расскажу вам это. Наверняка вы очень удивлены, что такие рентабельности возможны в наше время. Да, это редкие предложения на рынке не только Испании, но и Европы. Но это реальные доходы, и этот комплекс невероятно востребован. И как мы наблюдали, его продажи были феноменально быстрыми, и даже мы не успевали показывать объекты нашим русскоязычным клиентам, так как их с огромной скоростью раскупали европейцы. А почему? Скажу вам честно, нужно отдать должное застройщику. Он создал такой отличный современный проект, которого на рынке раньше не было, по очень интересной невысокой цене за квадратный метр, при высоком качестве материалов и великолепного расположения с его восхитительными видами на море и огни Бенедорма. Наше мнение однозначно, он достоин восхищения. Вот почему этот проект вызвал такой высокий спрос и первые фазы распроданы необычайно быстро в сравнении со всеми новыми комплексами на рынке в сегменте квартир до 220 тысяч евро и вилл до 600 тысяч евро, что еще подтверждает высокую рентабельность от сдачи в аренду,
Наши расчеты показывают минимальную рентабельность 15-17%, а в дуплексах они имеют планируемые показатели от 23-27% и выше. Как я уже упоминала ранее, в данном комплексе есть дуплексы, пентхаусы, апартаменты, смежные виллы и отдельные виллы. Во всем комплексе самыми интересными объектами, на мой взгляд, являются именно двухэтажные дуплексы, особенно те, которые занимают нулевой и первый этаж. У данных дуплексов есть возможность за дополнительную стоимость построить собственный частный бассейн, поскольку есть свой частный садик площадью 50 или 70 квадратных метров. Таким образом, у собственника данного дуплекса будет возможность пользоваться открытыми и закрытыми бассейнами в общих зонах и, естественно, своим собственным, как в своем собственном доме. Это суперопция. Более того, данный проект дуплекса очень интересен с точки зрения инвестиционной привлекательности, поскольку у каждого этажа есть свой отдельный вход, что позволяет собственнику при желании разделить один дуплекс на два отдельных апартамента. Общая площадь дуплексов в районе 220 квадратных метров. В одном можно жить самому, а другой сдавать в аренду. Или можно оба этажа сдавать в аренду как два самостоятельных апартамента. На сегодняшний день это один из самых интересных инвестиционных объектов как в этом проекте, так и среди всех проектов на побережье Коста-Бланка. Второй, он же верхний дуплекс, занимает второй и третий этаж. Причем третий этаж с солярием. У верхнего дуплекса более панорамные виды, но нет, к сожалению, двух отдельных входов. Крыши соляриев ровные и эксплуатируемые, со стеклянными перилами. Они выполнены с учетом наклона, гидроизоляции, теплоизоляции и отделки керамической плиткой, подходящей для открытых внешних зон. Инвестируйте только в приличные, красивые, ухоженные районы и города сегмента люкс. Так вы гарантированно сохраните капитал и приумножите его. Кстати, для опытных инвесторов будет интересна следующая информация. По условиям контракта с застройщиком покупатель может перепродать объект еще до его сдачи. Мало кто из застройщиков дает такую возможность покупателям. Имейте это в виду. Я сама лично уже купила один дуплекс именно в этом комплексе, поскольку у дуплексов третьей фазы есть очень высокий инвестиционный потенциал. Дорогие наши покупатели, инвестируйте там, где уже инвестируют такие люди, как я, потому что я уже увидела рост и у меня уже есть ценный для вас опыт. Я могу объективно оценить проект и дать вам очень полную информацию о преимуществах и будущих доходах. Расскажу на примере дуплекса с четырьмя спальнями за 265 тысяч евро плюс 15 тысяч евро за дополнительные улучшения, итого за 280 тысяч евро. Если вам интересно знать детали, то не стесняйтесь и звоните мне. Я вам все грамотно расскажу и объясню. Схема оплаты дуплекса не отличается от схемы оплаты апартаментов. То есть это 5000 евро в качестве резерва, задатка, затем 25% от стоимости плюс 10% НДС с учетом уже оплаченного резерва в течение 2-4 месяцев, а остаток в размере 75% плюс 10% НДС уже на сделке при сдаче объекта. Если мы посмотрим конкретные суммы, то 25% плюс НДС минус резерв составляют 72 тысячи евро, которые оплачиваются при подписи основного контракта. Обращаю ваше внимание на третью фазу строительства, на блок D, на дуплексы. Окончание строительства июль 2021 года. Две спальни и две ванные комнаты. Цена 265 тысяч евро. Площадь от 201 до 300 квадратных метров. Цена за 1 квадратный метр от 883 евро до 1318 евро. Осталось всего несколько дуплексов с двумя этажами и отдельными входами на каждом этаже. Их очень выгодно купить и заказать там еще одну или две спальни и получить вторую квартиру на нижнем этаже, так как у вас будет две квартиры за 280 тысяч евро. То есть цена за одну квартиру 140 тысяч евро плюс расходы и налоги на оформление сделки. На взнос до окончания строительства нужно всего 25% от стоимости плюс 10% НДС.
И на сделке необходимо оплатить 15% от стоимости плюс 10% НДС, а также 10% НДС от 60%, на которые можно оформить ипотеку, плюс около 3,5% от стоимости на расходы и налоги на оформление сделки. Схема оплаты дуплекса за 280 тысяч евро. На резерв нужно всего 5 тысяч евро. Первый платеж – это 25% от стоимости плюс 10% НДС минус сумма уже оплаченного резерва, что в итоге составляет 72 тысячи евро, которые оплачиваются через 2-4 месяца в момент подписания контракта купли-продажи. Итого взнос во время строительства составляет 77 тысяч евро. На сделке купли-продажи при подписании нотариальной купчей необходимо оплатить оставшиеся 75% от стоимости плюс 10% НДС и плюс расходы и налоги на оформление сделки. С условием оформления ипотеки получаются следующие цифры. 15% от стоимости плюс 10% НДС, а именно 46 200 евро, оплачиваются на сделке из своих средств. На 60% от стоимости, то есть на 168 тысяч евро, оформляется ипотека в испанском банке Сабадель. 10% НДС на сумму, взятую в ипотеку, а именно 16 800 евро, оплачиваются на сделке из своих средств. Расходы и налоги на оформление сделки составляют 3,5%, то есть 9 800 евро. Итого на сделку своих денег надо приготовить 72 800 евро. Цена дуплексов вырастет до 360-370 тысяч евро. Налог на доходы нерезидентов составляет 24%. Он высчитывается так. Доходы минус расходы умножить на 24%. Сумма всех расходов, инвестиций на покупку с ипотекой и перепродажу через агентство – 25% от текущей цены объекта, оплата во время стройки или 70 тысяч евро. 15% от текущей цены объекта, оплата на сделке или 42 тысячи евро. НДС на текущую цену объекта – 10% или 28 тысяч евро. Налоги и расходы на оформление сделки – 3,5% или 9 800 евро. Комиссия агентства за перепродажу – 5% плюс 21% НДС или 21 780 евро. Итого сумма расходов, инвестиций на покупку с ипотекой и перепродажу через агентство составляет 171 580 евро. Расчет дохода и рентабельности от вложений с перепродажи через агентство и с ипотекой. Прогнозируемая стоимость 360 тысяч евро. Текущая цена объекта 280 тысяч евро. НДС на текущую цену объекта 10% или 28 тысяч евро. Налоги и расходы за оформление сделки – 3,5% или 9 800 евро. Комиссия агентства за перепродажу – 5% плюс 21% НДС или 21 780 евро. Итого грязный доход – 360 000 евро минус 280 000 евро минус 28 000 евро минус 9 800 и минус 21 780 евро, равно 20 420 евро. Рентабельность на всю сумму покупки после сделки без учета налога 24% после перепродажи 11,9%. Налог на доходы нерезидента Испании и Евросоюза на чистые доходы 24% или 4 901 евро. Итого чистый доход 20 420 евро минус 4 901 евро равно 15 519 евро. Рентабельность на всю сумму покупки после сделки с учетом налога 24% после перепродажи 9%. Их можно сдавать в аренду как две квартиры с двумя спальнями, как трех- и четырехспальную квартиру с участком или как таунхаус с тремя и четырьмя спальнями для большой семьи или для двух семей или компании. Их можно продавать и сдавать в аренду как две квартиры с двумя спальнями, как трех- и четырехспальную квартиру с участком или как таунхаус с тремя или четырьмя спальнями для большой семьи или для двух семей или компании. В
В статье «Пассивный доход в евро и инвестиции в Испании» вы можете увидеть и скачать себе таблицы рентабельности. Ссылку на статью вы найдете под этим видео. В случае с двухэтажным дуплексом за 280 тысяч евро рентабельность от сдачи в аренду до вычета налогов составляет чуть больше 24%. Сумма всех расходов и инвестиций на покупку с ипотекой. 25% от текущей цены объекта – оплата во время стройки. Это 70 тысяч евро. 15% от текущей цены объекта – оплата на сделке. Это 42 тысячи евро. 10% НДС на текущую цену объекта – это 28 тысяч евро. Налоги и расходы на оформление сделки – 3,5%. Это 9 800 евро. Итого сумма расходов инвестиций на покупку с ипотекой – 149 800 евро. На 60% от стоимости, то есть на 168 000 евро, можно оформить кредит в испанском банке Sabadell Сольбанк. Для дуплекса за 280 000 евро мы приготовили расчет рентабельности от сдачи в аренду. Вы можете его сейчас видеть на экране. Здесь видно, что рентабельность от сдачи в аренду такого дуплекса составляет чуть больше 24% от суммы вложений с ипотекой без учета выплат налогов. После выплаты 24% налога с выручки, как установлено испанским законодательством для нерезидентов Испании и Евросоюза, рентабельность составляет около 16%. И обращаю ваше внимание на пентхаус в блоке B2. Две спальни, две ванные комнаты. Цена 225 тысяч евро. Общая площадь 111 квадратных метров. Цена за 1 квадратный метр 2027 евро. Окончание строительства в июле 2021 года. Схема оплаты пентхауса за 225 тысяч евро. 5 тысяч евро резерв. 25% от стоимости плюс 10% НДС и минус сумма резерва – это 56 875 евро, которые оплачиваются при подписании контракта купли-продажи. Итого на взносы необходимо 25% плюс 10% НДС, что составляет 61 875 евро. Это свои средства. На сделке купли-продажи надо оплатить 75% плюс 10% НДС, которые можно условно разделить на три части. 15% плюс 10% НДС или 37 125 евро, которые покупателю необходимо оплатить из своих средств. 60% от стоимости – это размер ипотеки, а именно 135 тысяч евро. 10% НДС от 60% взятых в ипотеку, то есть 13 500, необходимо оплатить из своих средств. Расходы и налоги на оформление сделки составляют около 4%, а именно 9 тысяч евро, которые тоже оплачиваются из своих средств. В итоге на сделку своих денег нужно 59 625 евро, а общая сумма расходов на покупку с ипотекой составляет 121 500 евро. Мы уверены, что цены на пентхаусы за полгода поднимутся до 320 000 евро. Давайте рассчитаем грязный и чистый доход. Сумма всех расходов, инвестиций на покупку с ипотекой и перепродажу через агентство. 25% от текущей цены объекта. Оплата во время стройки. Это 56 250 евро. 15% от текущей цены объекта – оплата на сделке. Это 33 750 евро. 10% НДС на текущую цену объекта – это 22 500 евро. Налоги и расходы на оформление сделки – около 4%. Это 9 000 евро. Комиссия агентства за перепродажу составляет 5% плюс 21% НДС. Итого 19 360 евро. Итого сумма расходов инвестиций на покупку с ипотекой и перепродажу через агентство составляет 140 860 евро. Расчет дохода и рентабельности от вложений с перепродажи через агентство с ипотекой. Прогнозируемая стоимость через полгода – 320 000 евро. Текущая цена объекта – 225 000 евро. 10% НДС на текущую цену объекта – это 22 500 евро. Налоги и расходы на оформление сделки – около 4%, это 9 000 евро.
Комиссия агентства за перепродажу составляет 5% плюс 21% НДС. Итого 19 360 евро. Итого грязный доход составляет 44 140 евро. Рентабельность за полгода на всю сумму покупки после сделки без учета налога 24% после перепродажи составляет 31,3%. Налог на доходы нерезидента Испании и Евросоюза за чистые доходы – это 24%, то есть 10 594 евро. Итого чистый доход получается 33 546 евро. Рентабельность за полгода на всю сумму покупки после сделки с учетом налога 24% после перепродажи составляет 23,8%. Именно потому, что мы делаем расчеты рентабельности на продаваемые объекты и объективно оцениваем возможную будущую выручку, мы берем объекты наших покупателей в управление и можем гарантировать вам доходы. Приезжайте и увидите сами, какой это красивый комплекс и в каком прекрасном месте он находится. Удивительное по красоте место, панорамный вид на море, горы и город. Новый дизайнерский многофункциональный комплекс – это настоящее украшение в пригороде Бенедорма, в одном из самых привлекательных районов на севере Коста-Бланка с особой экологией, чистым воздухом и уникальным ландшафтом. Виллы, апартаменты и дуплексы повышенной комфортности спроектированы в полной гармонии с архитектурой и эстетикой всей резиденции, изящно отображающий вид на Средиземноморское побережье, оставляя легкое чувство безмятежности и релаксации. Исключительным образом сочетаются выигрышный эстетический дизайн, новейшие технологии и применение современных строительных материалов. Это образец эксклюзивного качества и стиля, который привлекает к себе восторженные взгляды. Недвижимость нового поколения, где позаботились о будущем каждого жителя и создали комфортные условия для проживания, отдыха и развлечений. Ярко выражено использование высококлассных материалов, подчеркивающих элегантность дизайна с современной отделкой, превосходным интерьером и открытыми жилыми зонами. Рациональная организация внутреннего пространства каждого объекта оформлена таким образом, чтобы максимально использовать каждый сантиметр помещения и создать благоприятные условия для жизни всех членов семьи. Все детали тщательно продуманы и способны произвести незабываемые впечатления, включая декоративное оформление, текстиль и освещение. На территории комплекса создана собственная богатая инфраструктура, открытые и закрытые бассейны, теннисные корты, детская площадка, пляжный клуб, тренажерный зал, раздевалки, бар, ресторан, обширный благоустроенный сад. Идеальное место для расслабления, отдыха и общения. Все расположено на разных уровнях с впечатляющими архитектурными формами. Здесь хочется дышать полной грудью, наслаждаться жизнью и влюбляться в красоту окружающей природы. Это элитный жилой комплекс в популярном районе Терра-Марина. Настоящий курорт. Откройте для себя удивительное место на северном побережье Коста-Бланка в пригороде Бенедорма, всего в 3 километрах от лучших песчаных пляжей и в 5 минутах от коммерческого городка со множеством торговых центров. От этого комплекса до аэропорта города Аликанте всего 35 минут по скоростному шоссе. Приглашаем вас не только инвестировать в один из лучших проектов нашего побережья, но и наслаждаться вашей собственностью с таким сервисом высокого уровня. Учитывая, что мы, как риэлторы, являемся для вас бесплатными помощниками во всех вопросах и процедурах, связанных с выбором и оформлением покупки недвижимости, а денег за наш сервис мы не берем, то я предлагаю вам воспользоваться нашими услугами. Так вы сэкономите на расходах по сделке. Добро пожаловать на солнечное побережье Коста-Бланка в пригород столицы туризма город Бенедорм с его огромным количеством развлечений и всего самого лучшего, что нужно для жизни и отдыха. Мы ждем вас.
Мы всегда хотим удовлетворить ваши пожелания и приглашаем вас к нам в нашу компанию. А мы всегда предложим для вас самые интересные варианты. Добро пожаловать на солнечное побережье у самого интересного туристического курорта города Бенедорм. Мы будем рады показать вам и рассказать все в деталях и с нетерпением ждем вас у нас на Коста-Бланка в пригороде Бенедорма. Приглашаем вас поспешить выбрать один или несколько объектов из этого инвестиционно-привлекательного проекта в одном из самых перспективных мест Испании. Осталось всего 25%. Поспешите, а еще лучше звоните прямо сейчас. Мы ждем вас. Ваша Елена Кофейникова, эксперт по недвижимости и инвестициям в Испании и директор компании Spain Lux Invest. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций Lux Invest представляет крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. SpainLuxInvest.com. Звоните прямо сейчас. Подписывайтесь на видеоканал Lux Invest 2010 и ставьте лайки.